Приветствую всех любителей ролевых игр, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю проходить The Outer Worlds. Ох, какая уже серия, не помню, но мы на заводе, тут пытаемся достать логический модуль. Если вы не видели первую серию, только сейчас попали на это прохождение, то рекомендую перейти именно к первой серии. Начать просмотр с самого начала, чтобы понять вообще, что происходит тут где. Ссылка есть в верхнем правом углу, либо в описании к этому видео, я думаю, появляется. Ну а мы пока займемся логическим модулем. Так, ударный молот там тоже пригодится. Какой-то крем этот чувак нам тут дал. Кое-какие задания. Ой, блин, да ё-моё, что я на него нажимаю. Можно, кстати, ударный молот и разобрать, в принципе. Пока его многовато. Так, в дневнике. Вот, эй, ты робот. Да, в общем, надо вернуться к терминалу. Он нам дал код, с помощью которого мы сможем к терминалу. Почему не появляется возможность лезть наверх? Не знаю, что он тут делает, правда. Чувак здесь, спрятавшись, только времени проводит. Так, как нам там наверх попасть? Так, и терминал у нас вот здесь, по-моему, был. Да, вот он. Так. Изменить поведение. Выбрать новый режим. А чё нам выбирать? Определить категорию чужаки. А чё нам как бы их отключать? Я лучше их буду убивать и на этом очки зарабатывать, опыта. Я вот тут подумал. Чё, броня? Так, пока не могу открыть. Так, подождите, а что я там вот взял? Вот это все о машиностроении, том 3. Том 2, том 3, пока непонятно, куда это использовать, я так понимаю. Ладно. Тут вроде ничего нету. Так, а где мне проход? Тут робот немножко дальше пошел, там. Вот сюда. О, отремонтированный автоматон-разведчик уже мертвый. Ой. Схлестнулись яростные схватки. И в итоге мне пришлось его добивать. Ой. Пройти не могу. Ой. Хедшот. Я люблю роботов убивать, вместо того, чтобы менять модель поведения. Зачем это надо? Так, вот, переключить клапаны. Отлично, клапаны выключены. Здесь уже невкусное есть. А тут есть что-то вкусное. Верстак. Отлично. Как раз хотел улучшить броню.
Так, установить модификацию. Набор техника. Навыки технологии плюс 5 ставим. И громкость шагов меньше. Дальность подсветки... Увеличить дистанцию, на которую начинают подсвечиваться интерактивные объекты. Нафиг надо. Вот. Радиумость, слышимость шагов, это да. Это хочу. Все, поставили. Так, на оружие что-нибудь имеет смысл ставить? Давайте смотреть. Магазин можно поставить. Нет, наверное. Я вообще этой штурмовой винтовкой практически не пользовался. Хотя, с другой стороны, ну не пользовался, попользуюсь когда-нибудь. Давайте поставлю. Давайте вот ее возьму и сейчас стараюсь как раз этой винтовкой и пользоваться. Так, здесь дверь вскрыть невозможно. Обходной шунт фиг знает для чего. Мусор, видимо. Полезли наверх. Что я тут включаю? Хрен знает. Так, робота я тут убил. Так, ну-ка сейчас попробуем. System. Как раз автоматом воспользоваться. System alert. Sweeping the area. Опа. Я его не заметил. Подходим. Блин. Да. Это я как-то очень самонадеянно сыграл. Но я просто не заметил этих двоих. Так, ну и где я? Около верстака нахожусь. Так, значит, верстак используем еще раз на штурмовую винтовку, во-первых. А во-вторых, на броню. Так ставим и так ставим. Так, значит, это сделали. Винтовка мне все-таки больше нравится. Блин. Мне просто буква А взаимодействие постоянно хочется использовать, а не X. Привычка. Ну, тут, видите, ничего не течет, и нажимаю на эту фигню, начинает какая-то красная хрень течь. Но что это значит, я без понятия пока. Видимо, что-то происходит. Ой-ой-ой. Блин, да как мне слезть отсюда? Фух. Чудом спаслись, чудом. Где он там носится? А, вон не спустился, так. Его убил, что ли? Фига себе. Я все-таки эта винтовка мой пока сам, мое самое пока любимое оружие. Как ни крути. Издалека очень приятно. System.
Так, а где еще вторая эта летающая тарелочка? Кожаные мешки тут валяются. Блин, а где второй робот? Так, а что это у меня светится? Видите, внизу пистолет нарисован. Может, поломан уже? Да, 45 состояние. Чиним винтовочку. Блин, робот где-то еще должен быть. Что-то странно. Ладно, пошли дальше. Так. Какой-то слышу звук. Блин, я хочу эту шпрысу убить. Причем очень давно уже. Ей. Чувство какого-то удовлетворения прямо. Так, это мы тут все читали. Подожди, так я тут, может, был уже? Я не похоже. Или... модуль. Теперь можно к Людвигу вернуться. Но мы, по-моему, не весь завод исследовали. Или весь? Странно, я ж вроде тут и входил. А, она с той стороны была закрыта. И вот это было на засове с той стороны закрыто. Я вот с этой стороны подходил. Так. Подожди, звуки... Звуки какого-то робота я слышу. Ладно, наверное, пойдемте сдадим этот квест уже. Не знаю, где-то... Куда ты делся, короче? Робот не дает себя убить, сволочь. Прячется от меня. Вот еще что-то не включено.
Не включил какие-то подачу куда-то топлива. Видимо, что-то теперь работает на заводе. Может, это еще какой-то квест будет впереди? Фиг знает. Возвращаемся к Людвигу, короче. Тут я точно все зачистил. В ботаническую лабораторию еще надо будет сходить. Я тоже был. Короче, к Людвигу. Сильные удары в ближнем бою. Но это, я не знаю, правда, вот что сильное. Так, где у нас Людвиг? Bring us honor, soldier. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical horde. А вот, перераспределите мощность на геотермальной электростанции. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple bits for your trouble. And a little something to remember me by. Все там же. В общем, ладно, давайте следующий квест выполнять пойдем. Основной. А, подождите, а вот это долгое завтра. Это где вообще? Во, вот сюда мне надо. Давайте с геотермальной станции пойдем в этот общественный центр. Ну ладно, раз мы на геотермальную станцию, сейчас быстрый переход. Давайте тогда сначала выполним это задание. Подождите. А где перераспределить? А это вообще в главных заданиях? Узнали, что регулятор мощности есть как на Edgewater-ском консервном, так и в ботанической лаборатории. Доведитесь до местной геотермальной электростанции и перекройте подачу энергии. Так, сначала надо все-таки... Понял, значит, давайте долгое завтра. То есть, видите, тут сначала надо на ботаническую лабораторию сходить. Ну, то есть мы сейчас не на ботаническую лабораторию идем, а вот это долгое завтра хочу выполнить квест. Да, тут поворот будет. Резкий поворот и косогор. Так, там кто-то ходит. Приняли дозу какую-то. О, давайте гранатомет попробуем. Я еще ни разу не пробовал. А, так себе.
Интересно, а с приседя лучше стреляется? Чувака, оглушение 7 секунд. Конечно, прикольная штука. Это благодаря прокачке красноречия. Так, сколько тут трупов? Должно быть много. Штук 5, как минимум. Блин, в траве реальных не особо видно. Как их так вот убивают, что им голову и руки отрывает? Так аккуратненько две ноги лежат. И обе правые, что ли? И левая рука. Полностью из этого целое туловище не собрать. Так, у меня уже перегруз, надо что-то поразбирать, видимо. Не буду пока ничего ремонтировать. Так, ну полутаемся, конечно. Сейчас пока не буду внутрь заходить. Ой! Оглушение. Ну-ка, давайте глянем, как оно на нас влияет. Так, во-первых, репутация в просто космосе уже дружелюбная. Сотрясение 23 секунды. Снижает все показатели, замедляет скорость атаки оружия. 23 секунды, ну. Интересно, а можно как-то эти мины разминировать? Видимо, только из пистолета, если пострелять. Ну-ка. Ну так, чтобы не нарваться больше. Блин, черт на бум. Мина, а что тут все заминировалось? Кто вот по этому полю ходить будет? Ну, конечно, только я. Они так и думали, что придет вот такой лопух. Так, тут дойти нельзя. Это комьюнити-центр, мы его позже обследуем. Пока вот все тут домики облазим, тоже зайти нельзя. Да блин, что тут все дома закрыты? Бывший магазин, я так понимаю.
Блин, это сбольные карточки, интересно, они на что-нибудь нужны? Или оно в мусоре? Это сбольная карточка Арен Дюбуа, коллекционная. Мэтью Синг. Мне их собирать надо. Блин, зря только использовал там вскрытие, сейчас бы дверь открыл эту. Там какой-то левый сейф никому не нужен. Ладно, пошли в эту. И давайте тогда не через главную дверь зайдем, а там вот я черный вход нашел. Нормальные герои всегда идут в обход. Здесь могла бы быть ваша подсказка для экрана загрузки. Держитесь. Так, заберите из тайника. Вот, на... Видите, на ползунке сверху видно каких-то соперников. Нашли. Воду зачем-то взял. Такое ощущение, что это вот эти части из них создаются в каком-то смысле лечилки. Не знаю, зачем мне это большинство из этого надо. Поэтому то, что одиночное, просто продам. Возможно, я и зря это делаю, не спорю. Так, модификации... Пока все-таки оставлю. Ну и весь хлам, наверное, можно, не знаю, карточки эти коллекционные, наверное, зачем-то нужны. Храню, чтобы не надо было заново продавать, если что. Так, а где вот это вот красное? Открыть не могу. Да-да, ой-ой-ой. Короче, нет-нет-нет. Я ошибся.
бежит. Че, я промазал второй раз? Так, поменяем на... А выглянуть нельзя? Так, я понял, вы походить не хотите. А ну-ка, если так гранатомет использовать. Красиво летел, но урон, мягко говоря, неадекватный. Сюда решил идти. Не знаю, мне здесь боевая система очень нравится. Она и в меру сложная, и такая разнообразная. Может, конечно, потому что у меня тут не прокачано ничего боевое. Может, если как раз с прокачанной боевой системой играть, то и закодировать медицинскую ключ-карту. И что это даст? А, вы получаете ключ от комнаты первой помощи. Отлично. Сохранить для новых поколений память о том, как зародилось наше поселение. Ну хорошо, посмотрим. Блин, броню надо чинить. Так, давайте броню починим. Ого. Да, но тут тип брони большой. А он что-то... 22. Не, ну это классная броня. А тут 9. Ну, правда, тут навыки, технология и громкость шагов. Ладно, пока я эту оставлю, но эту не буду тоже не продавать, не разбирать. Засове, как туда пробраться? Жука-матка, уже скоро. И так можно подсмотреть. О, псиды. Чувак, тебя вообще не смущает, что я тут как бы... Может, его не надо было убивать? А, нет, надо. Фига себе, что происходит. Чё он хоть смотрел? Первобытные. Че, и лута никакого нет. Все сгорело. Кто он вообще взялся здесь? Как я его не заметил?
Так. Может не скрывать пока. Я хочу дверь открыть сверху. Там, а там 5 требуется. Так, что за сообщение? Кодировщик в вестибюле карт починили. Нужно предъявить вам претензию. Ваша одержимость с жукоматкой крайне негативно сказывается на бюджете. Доводим до вашего сведения новости по вашему заказу на одну взрослую жукоматку. Вся команда погибла, да. Бывает. Автомат тут не работает. О! Обрез какой-то. Полицейская броня. Картридж с битами. Ну, тут, короче, так, пока не хочу это взламывать. Отремонтированный шлем экзоскелета. Явно шлем какой-то крутой. Всего лишь 5. Нет, не крутой. Так, окей, тут мы побывали. В эту сторону что? Еще выше можно подняться. Боеприпасов у меня уже, конечно, просто жуй, как говорится. Старинная сабля. Наверное, крутое ручное оружие. Оно не в оружии. Ну, блин. Зря. Значит, в хламе, видимо. О. Как они не замечают, я не понимаю. Ой. Это я зря. А через зер... через окошко не могут стрелять? Не знаю, конец, у меня... аддиктивность к этой фигне разовьется, интересно, или нет, к лечению? Вообще, как-то так много очков дают за убийство. Я думал, кстати, он тут один тусит. А их тут трое оказалось. Где пепел от еще одного? Сабля часового. Несколько смущает, что они не реагируют на то, что в соседних комнатах их товарищи убивают. Они тут какие-то столы разглядывают, блин. Так, тут я был, да? Отсюда я входил. Так, пошли наверх. Вообще как-то на меня перестали реагировать, по-моему. Так, тут я тоже был. Псевдо-яблочный сок. О, отсюда было бы классно их расстреливать. Только что-то я не догадался сюда прийти. И тут ничего нет, в принципе, да? Ладно, пошли ту дверь сверху откроем.
Там очень много требуется магичек, наверное, что-то интересное должно быть. Да, как я туда? Вон та дверь. Пистолет чинить надо. Так, и ради чего мы тут вскрывали? Думающая шляпа, Адрена Тайм, картриджи с битами. Штурмовая винтовка, тяжелые боеприпасы, ну... В принципе, ничего так, конечно. Так, надо какое-то оружие разбирать. Вот это что? Шоковое орудие. Седьмое. Давайте, может, вместо... гранатометов. Надо просто, чтобы разнообразные были. А то у меня вот есть... У меня все на тяжелые... А это у нас на энергетическое. Давайте уберем... Так, поставим энергетическое. Тяжелый, ближний бой. Легкое оружие. Может, вместо винтовки легкое... Пистик поставим на легкое. А вот еще легкий обрез. Давайте обрез лучше. Так, все остальное. Четвертого уровня. Остальное разбираю. Я слишком часто надо ремонтировать. Конечно, можно, вы скажете, что можно было бы и продать, но не слишком часто приходится ремонтировать мои вещи. Так что... Так. Дайте лекарства. Ну, давайте. Отдадим. Только я не старику отдам, а той чуихе, которая... До этого говорил, что он ипохондрик. Когда вы продаете или покупаете что-либо у торговца, ваш лучший навык... А, это уже было. Это уже было. Так, либо... Либо мистеру Абернати надо отдавать, либо Эстер Блейн. Ой. Got some time. Thanks. I'll see to it that this medicine gets to the people who need it. Here, something for your trouble. Nothing personal, but I hope we never do business together again. Don't want to make a habit of consorting with smuggler types. 5 улучшено. Давайте привлекательность используем. Никогда жестоко. Хотя бы подари мне что-нибудь на память. You do have some cheek on you. Lucky for you, I kept a little contingency fee in case you tried to negotiate with me. 700 битов? 1000 битов даже. Somebody deserves... Кому-то раздаешь лекарства. Silas, on account of him being out in the cold. Amelia, seeing how she's around people all the time. Anybody in the sick room? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources.
Human resource, понятно. Ну давайте с Абернати еще поговорим. Ой, спасибо. Он, наверное, сейчас ругаться будет. You wanna mingle, go try the cantina. Прости, Абернати, антрацилин достался кое-кому другому. You what? But why? I was dependent on you. Does it feel good? Robbing an old man of his last shred of hope? У меня не было другого выбора. Betray a man in his final hours? Of course, I understand. Hell, I'd probably do the same to you, given the chance. So, you just here to watch me die, or what? Блин. Я думал его запугать и тоже что-нибудь с него получить. Ладно, пошли общаться с Чувихой. Вот аж два каких-то задания на геотермальной станции. Сюда, ботаническую лабораторию. С Аделаидой МакДэвид надо пообщаться. Так, откуда это мы пришли? Сначала с ней поговорим, потом пойдем поселение рассматривать. Стоит на пузырьки, смотрит. Вот это жизнь. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down, and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, Grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Меня прислал Рид, он предлагает мир. Рид Тобсон? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Вы используете электроэнергию, которая принадлежит городу. Возвращайтесь на завод. В целом это все. Рид просит вас хотя бы обдумать возвращение в город. Он готов пойти вам навстречу. Ну давайте скажем так, как он и передавал. Мне кажется, нам быть дипломатом в этой ситуации — это их дело. Я передаю так, как он нам говорил. Everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Рид попросил меня отвезти мощность, которую вы используете, к заводу. Он говорил что-то о геотермальной электростанции. Да, так и скажем. The question is, why would you agree to his plans? Я вот тоже, кстати, думаю. В вашем лагере есть регулятор мощности, он нужен мне для ремонта корабля. Canary's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the Canary's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious Canary. Seems the sort of thing a hero would do. Я не знаю... Давайте, что вы имеете против города, спрошу. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scrap spacer's choice throws them. Что вы имеете против простых горожан, которые пытаются заработать себе на жизнь? It's not much of a living. Every single person in that town has sold themselves to spacer's choice. The company owns them. Body, blood, and bones. You've been there. You've seen it. All anyone ever does is toil over a cannery.
They give their lives for some heartless corporation, and then they're tossed into a Spacer's Choice brand cemetery. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. Вы думаете, что Рид просто хочет вам досадить? You bring power to Reed's town, and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. Я подумаю. I trust you will listen to your conscience. Ну, я склонен с ней согласиться по той простой причине, что если я буду помогать городу, то я как бы заставляю этих людей без электричества туда вернуться. Если же я не помогаю городу, а беру просто с геотермальной электростанции, то я ни этих не принуждаю, ни тех. Если те хотят этих вернуть, то хай этим сами занимаются. Почему я тут, украсть? Нет, красть не будем. Почему я должен кого-то там принуждать, если у меня есть выбор, то я могу получить источник другим путем, то, собственно, наверное, так и поступлю. Так, понял, тут все можно только украсть. Все, хватит довольно смерть животного, никаких больше консервов, никакой больше спецодежды. Стоит только зажать коробочку Адренотайма, как тебя обвиняют в воровстве. Ну, они бумагами пользуются. Где их смартфоны? Сейчас походим по этому поселку. Ой, что такое? Фига себе, здесь курицы. Он симпатичный, я имею в виду. Так. Это что за чувачок? You hungry? We got canid ribs, canid flank, canid snout too. Something I can help you with? Fresh off the limb, and that includes... Этот чувак мясо продает. Ну и какие-то тут модификаторы. Грузоподъемность плюс 20. Искал бы, что у меня тут какие-то проблемы с грузоподъемностью, честно говоря. If you're hungry, Stefan's got some. Keep your wits about you, friend. Что-то каким-то образом я оружие достал. О, спать можно. Что это даст? Отдых в постели расслабляет, позволяет скоротать время. Воровать не будем все-таки. Keep your wits about you, friend. Наверное, можно весь этот лагерь вообще поубивать. Но это будет... Это не в моих... Не в моем стиле прохождения.
Ты что-нибудь интересное вообще будет, кроме как с этой Аделаидой поговорить? Никто мне больше никакого квеста не выдаст, что ли? И в домах ничего интересного. О, верстак. Давайте посмотрим. Шоковому оружию можно ли модификацию? Критический урон увеличивает. Чего делает? Изменяет тип оружия на плазменный. А это важно, я не понимаю. Он и так у него электрический, по-моему. Обрез давайте улучшим. Наверное, это как-то влияет на типа плазменный, например, по роботам больше что-то наносит. Что я сейчас плачу, не понимаю, почему я. Это все улучшение? Да, я за 500 битов улучшаю броню до 14. А, блин, я здесь переключил на работать вместо... Так, починить все используемое. Вот, модифицировать броню. Но у нас вот эти тут стоит уже, тут тоже все стоит, а на гаджета ничего нету. Броню до 13 прокачал, а была 9. Кучу бабла заплатил. Здесь вот тоже можно работать, чтобы... Урон 30 в битах. Так, давайте винтовочку мою любимую. 25. 50. 92. Ну, пока хватит. 30. 52. Ну, это вообще нормальная тема, так вот улучшать. Что, ничего интересного? Ой, 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 ой. Блин. Нахрена вы тут мины пораставили-то? А куда вообще эта дорога ведет? Ладно, пошли на геотермальную станцию энергию перераспределять. Блин, красиво выглядит это все. Я там, правда, уже что-то перераспределял вроде как. Туда я не приходил. Статус электростанции. Перераспределить мощность. Edgewater, ботаническая лаборатория. Перенаправить
А, то есть получается... Нет, на ботаническую лабораторию. Нормально у них, конечно, энергия вырабатывается на геотермальной станции, которую никто вообще не охраняет. Все что угодно может произойти. Приветливые у нас отношения с дезертирами. Репутация ухудшена в просто космосе. Ну и какая у меня где репутация? Просто в космосе уважительная, в дезертирах приветливая. Вернитесь к Риду, он в ярости. Так, вот регулятор мощности надо где-то забрать. Тут еще. Забирать надо. Да, похоже на то. А не будут ли меня сейчас в городе все нападать? Ну, не похоже. Is aware of your concerns and remains committed to guiding Edgewater into prosperity. Понятно. What are we supposed to do now? Exercise patience and contemplate the scriptures. Все хреново. Are we getting paid or not? Any loss of productivity will be deducted. Электричество выключено, я так понимаю. Так, как вниз-то спуститься? Блин, чё темно-то так? Запечатано. Да ё-моё. Похоже, сначала с Ридом надо разговаривать. Меня никуда не пустят. In that cannery. You must be very proud. Блин. Ладно. The Adelaide was right to leave. Desertion is a criminal offense, punishable by hard labor. А вот спуск вниз.
You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters. Plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? Ничего личного, мне нужен был ваш регулятор мощности. Да, так и есть на самом деле. That power regulator is company property. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. Ну что, давайте попробуем запугивание использовать. All right, easy now. Let's not do anything we'll regret. I'll order my guards to stand down. Take what you came for and then leave us be. Странный какой-то чувак. Как бы с одной стороны он выглядит довольно угрожающим, а с другой... Так, ну что будем прокачивать? Дальний бой. Ну да, дальний бой точно. На 5. И, наверное, незаметность. Точечные попадания при ТВЗ. Вы открыли эффекты точечного попадания в тактическом замедлении времени. А почему только сейчас открыл? Вы будете в разные части тела, вы будете их калечить и травмировать. Попробуйте точечные попадания в разные места, чтобы пронаблюдать эффекты каждого. Прикол. А почему раньше оно не работало тогда? Так. Способности. А когда второй ранг? А когда 5 этих выберу. Так, значит, у нас тактическое действует дольше и... Я в одиночестве. Так, тут еще что-то было на тактическое время. Скорость перезарядки тактического замедления времени плюс 50%. Вот это возьму. И с дезертиром и репутация опять улучшена. Просто космосом не ухудшено, да? Забираем регулятор мощности. Все квесты... Что-то как-то маловато квестов, мне кажется. Ну, это, наверное, начальная только локация. Но все равно как-то маловато. Да, последняя. Надо... Еще карту полутать, мне кажется. Is Reed hiding in there? Mr. Thompson is aware of your concern. Тут с репутацией, кстати. И просто космос уважительный, дезертиры уважительные. Приятно. Приятно. Валка, посадочная станция, одинокая могила, старое место крушения. А на заброшенной промзоне я был? Гнездо первобытных, вот. Вообще никак. Не юзалось. Ну ладно, это уже в следующей серии. А на сегодня прохождение закончено. Спасибо, что смотрите. И с удовольствием читаю ваши комментарии. Всем пока.
Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!